Так, короче, решил я конфеты сделать. Не совсем, конечно, так, как я хотел. Но вот захотелось мне сладкого. Ж не буду себе в чем-то отказывать, себе любимому, если хочется. Я тебе покажу, как делаю я. Я вообще так никогда раньше не делал, если честно. Это я сейчас так решил сделать. А вот. Может быть, оно даже не получится. Вот. Но если получится, я всегда думаю, что всегда должно получиться шедевр. У меня всегда такое, что я как... Я произвожу шедевры. Но, кстати, шедевры получаются не всегда. Иногда бывают и шедевры, а иногда бывают жесткие не шедевры. Короче, меньше слов, больше дела. Нам понадобится в первую очередь какао-масло. Какао-масло мы купили и растопили вот на водяной банке. Видишь, почти тут растопили. Плавает еще кусочек. Второе. Кастрюля, видишь, тоже мне еще пока нужна. Моя единственная, любимая. Короче, я решил так. Я беру вот это масло. А, не-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 не. Сейчас я тут. Я хочу в блендере попробовать сделать. Чтоб... Блендер не забрал тепло и масло быстро не остыло, я налью кипятка сюда, чтобы немного увеличить температуру. Так. Оп. И теперь вливаю сюда какао-масло. Кап-кап-кап-кап. Так, добавляю сюда орешки. Так. Короче, сейчас я сделал какао-масло с орешками. Посмотрим, что оно получится. Перебью в пасту. Очень даже ничего. Перебивает, оседает. Смотри, теперь у меня тут я себе купил стрючок ванили. Ну, вообще, как бы там рекомендуют как-то его разрезать, вытягивать какие-то оттуда семечки. Я вот так вот. Только нет, да, намного будет. Потому что я так со слов. Короче, ладно. Погружаю сюда. Значит, дальше смотри. Это. Немного ванили. Ну, там по вкусу можешь добавить, что тебе нравится. Потом. Я вообще хотел, конечно, какао не покупать, но это у меня вот эти стручки рожкового дерева, кэр. Ну, такая, в общем, хрень, типа какао, только лучше, чем какао. И немного сладкое. То есть не то, что немного, а если делать просто с кэра и... Это то уже не надо. Но кэраба у меня мало, поэтому я еще купил какао. Ау. И вообще надо тертое какао. Ну а я обычное. Ладно, немного подсыплю какао. И. Знаешь, наверное, добавлю ложечку. А может и не одну. Меда. Ну так я не знаю. Но все на глаз, все на глаз. Так, будем смотреть, что получится. И включаем шарманку. Чуть не забыл за самого главного гостя программы. Конопляные сливки. Оу, щит. Посмотрим. Так, теперь здесь мы получили вот такую интересную массу, как нутелла. Смотришь, аж слюни текут. А запах, а как конопляное вот это конопляные сливки, какой привкус дают, запах, да и вкус, я что пробовал уже.
Я добавлю сюда, наверное, еще. У меня тут есть. Да у меня столько вечной идей, не хватает на все денег купить. Это, то какао масло 2 килограмма, то того. Это кокосовая стружка. Сейчас я еще кокосовые стружки сюда добавлю. Размешаю. Тщательно. Можно семечки добавить? Не, вообще можно добавить все, что хочешь. Я что есть, то добавляю. И в формочки. Я не помню откуда, а у меня вот такие вот силиконовые формочки. Если, конечно, силиконовых формочек не хватит, у меня есть еще в морозилке формы для льда. Но формы для льда, это если они силиконовые, круто. Кстати, я в этом, в Сельпо, когда я в Лисичанске тусовался, жил, хотел купить, там такие классные силиконовые формочки для льда были за 80 гривен. Вот, но я просто подумал, когда я эти конфеты буду делать? И так оно и получилось. Прошло он 4 месяца, пока мне конфет захотелось. Вот, посмотри, может быть, если они там еще продаются, что в Мариуполе у нас, по-моему, нету Сельпо. Такие классные, красивые формочки. И, ну, смысл, в общем, смешиваем, выкладываем в формочки и отправляем в холодное место. Можно в холодильник, можно в тенек. А потом я тебе покажу, как получится, и продегустирую, и расскажу о своих впечатлениях, потому что я так еще ни разу не делал, честно. Короче, в этот раз мы все-таки сделали шедевр. Отвечаю. Смотри, оно еще, правда, не до конца застыло. Вот получились вот такие у нас конфетульки. Ну, формочки сам. Вот, остальное я решил, короче, не за этот. Ну, не заливать в формочки для льда, чтобы потом не выколупывать, а просто размазал по пергаментной бумаге. Вот. И пока еще оно не до конца застыло, нарезал на вот такие ромбики. Короче. Вот из всех конфет, что я делал раньше, вот это именно шик. Значит, рецептура еще раз. В масло какао добавляем грецкий орех, либо, наверное, другой подойдет. Взбиваем на блендере, то есть получается у нас масло-ореховая масса. Добавляем туда кэроп, либо какао, там сахар, мед, сладко. Если кэроп, сахар не нужен. Если какао, значит нужен сахар, лучше, наверное, сахарную пудру, а еще лучше мед. Вот, и молоко. Какое там, сливки. К примеру, как вариант, я видел, я конопляное молоко добавил, и просто супер. Я так вот по вкусу пробую, у меня просто в наличии нету. Вместо кокоса, кокосовой стружки, очень бы классно и гармонично сюда бы подошел этот кунжут. И вот скажи, вот чем, почему не организовать, да, бизнес, например, делать продукты здорового питания? А люди говорят, что заняться нечем, делать нечего. Как это нечего? Он делает, продать некому. Денег ни у кого нет. Это нету денег там, где ты тусуешься. В твоем окружении, в Москве есть деньги, есть люди, которые тратят деньги на такое. Покажи свою кандидатуру, скажи, что ты, чем ты можешь быть полезен этим людям. Это привыкли, каждый только друг у друга что-то своровать хочет. А пользу миру кто будет давать? Ты будешь настолько счастлив в этой жизни, насколько полезен будешь этому миру. На связи.